Всем привет, с вами Куайт, и в этом видео я хотел показать вам, как крякнуть бандикам раз и навсегда. Давайте без лишних слов мы перейдем непосредственно к кряку. Для начала нам нужно скачать вот эту программку, ссылку на которую я дам в описании под видео. Скачиваем ее, разархивируем, там я не знаю, что вы будете делать. В общем, она должна оказаться на рабочем столе вместе с самим бандикамом. Ну что ж, давайте запустим эту программу, нажав правой кнопкой мыши запуск от имени администратора. Вот сюда мы вводим любой e-mail, даже можно ввести тот, который не существует вообще, например там какой-нибудь Алекс Квайт, допустим. Регистр application. Дальше мы нажимаем. Все. Теперь у нас бандикам крякнут. То есть мы, допустим, запускаем его. Собственно, у меня сейчас идет съемка. Вот она. С него. Как видите, здесь нет никакой надписи бандикам. Где-то вот здесь, если я не ошибаюсь, не должно быть. Дальше. Здесь у вас пропадает надпись «Не зарегистрировано». Ее теперь здесь нет. В общем, бандикам теперь полностью зарегистрирован. И где-то должно быть наш... Ага, вот. Вот наш e-mail, который мы вводили. Ну, это тот еще, который я давненько вводил. Вот. Ну что ж, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и пока.